Сегодня монгольский народ отмечает национальный праздник – День народной революции. В нашей программе принимает участие чрезвычайный и полномочный посол Монгольской народной республики в СССР Царангин Гурбадам. Дорогие товарищи, за годы народной власти коренным образом изменился облик Монголии. Мы достигли больших успехов в развитии экономики и культуры, повышение жизненного уровня народа. Созидательные усилия нашего народа ныне направлены на ускорение социально-экономического развития страны. Мне весьма приятно отметить, что победа народной революции и достигнутые нами успехи неразрывно связаны с идеями Великого Октября, с ленинской дружбой, связывающей наши народы, и с неоценимой помощью, поддержкой Советского Союза. Сегодня главной задачей нашего всестороннего сотрудничества становится дальнейшее углубление и повышение его эффективности. В этом плане принципиальное значение имеют встречи товарища Батмунко и Михаила Сергеевича Горбачева и осуществление долгосрочной программы экономического, научно-технического сотрудничества, а также программы сотрудничества в области идеологии, культуры, науки и образования. Перед вами выступал чрезвычайный полномочный посол Монгольской Народной Республики в СССР Царангин Гурбадам.